Приветствуем вас, дорогие зрители! Сегодня мы приготовили для вас обзор новой коллекции украшений от Приволжского ювелирного завода «Красная Пресня». Среди них есть как классические изделия, так и очень актуальные и трендовые новинки. Оставайтесь с нами и наслаждайтесь ювелирной красотой! Ультрамодные и оригинальные серьги из серебра 925 пробы без вставок. Разная длина декоративной части – настоящий тренд сезона. Когда же еще, как не летом, можно позволить себе смелые эксперименты? Вдохновляйтесь нашими новинками и дарите вдохновение окружающим. На ваш выбор вы можете приобрести данные серьги в покрытии золочения либо родирования. Представляем вашему вниманию легкий и невесомый комплект украшений, кольцо, серьги и подвеску, изготовленные в серебре 925 пробы в покрытии золочения без вставок. Каждое изделие, как само по себе, так и в сочетании с остальными, прекрасный выбор для солнечных летних дней. Легкие перышки на серьгах-продевках будут покачиваться в такт освежающему июньскому ветру, а обнимающее палец кольцо и лаконичная подвеска всегда будут вызывать улыбку. Любимые так многими серьги-сударушки и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии оксидирования с утонченным узором. Настоящая роскошь от Красной Пресни в вашей коллекции. Единство стиля и образа так великолепно сочетаются в этом комплекте, что просто невозможно устоять перед ним. Порадуйте себя изящными украшениями от серебряной птицы и приготовьтесь собирать комплименты. Thank you.
Очаровательный серебряный комплект, состоящий из кольца и серег с английским замочком. Вставка на украшениях – фианит. Классика, которая всегда актуальна. Женственные и мягкие элементы украшений позволяют носить эти изделия каждый день, независимо от того, какой именно образ вы к ним подберете. Легкое льняное платье или офисный костюм – с любым вариантом комплект смотрится очень уместно. Воздушные серьги с английским замочком и кольцо из серебра 925 пробы в покрытии золочения и вставкой из небольших фианитов. Более нежных и утонченных изделий сложно вообще представить себе. Ювелиры Красной Пресни вновь показывают свое мастерство и предлагают своим покупательницам стильные украшения в виде крыльев бабочек. Очень элегантный и актуальный комплект. Изысканная брошь в виде маски венецианского карнавала. Очень интересная новинка. Такое изделие можно выбрать в покрытии золочения или оксидирования. Отправляясь в путешествие, обязательно возьмите с собой эту брошь. И она принесет вам не только удачу, но и массу комплиментов. Восхитительный серебряный комплект, представленный серьгами и кольцом в покрытии золочения и вставкой из крупных фианитов. На серьгах французский замочек с петлей, а фианиты своим блеском затмевают все вокруг. Ослепляйте своей красотой и оставайтесь в центре внимания в любой ситуации. Оригинальный комплект украшений из серебра 925 пробы, представленный серьгами и подвеской в покрытии оксидирования с элементами выборочного желтого золочения. Внутри главного символа лета, природы и самой жизни небольшой фианит. Такой комплект смотрится очень загадочно и в то же время жизнеутверждающе. И без сомнения подойдет любительницам стиля бохо или этно.
Представляем вам серьги и кольцо в покрытии золочения с элементами выборочного родирования и вставкой из аккуратной жемчужины. Очень нежные украшения, которые станут прекрасным подарком для трогательного праздника, выпускного или же свадьбы. Порадуйте себя и близких благородными и изящными украшениями, а интернет-магазин «Серебряная птица» поможет вам в этом. Необычный комплект серебряных украшений, представленный кольцом и серьгами с английским замочком. Вставка изделий – аккуратный фианит. А также обратите внимание на элемент с выборочным родированием. Он добавляет изделиям объем и оригинальность. Такой комплект, мы считаем, очень подойдет бизнес-леди и будет подходить ее офисному гардеробу. Серебряные серьги и кольцо в покрытии оксидирования без вставок. Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня» продолжает радовать нас знаменитым филигранным узором. На серьгах английский замочек и необычная декоративная часть. Кольцо выполнено в схожем дизайне. Вместе комплект смотрится очень красиво и благородно. Летом жемчуг как никогда актуален, особенно в сочетании с тонкими и аккуратными украшениями. Только посмотрите на это нежное кольцо и миниатюрные серьги из серебра 925 пробы в покрытии золочения с элементами выборочного родирования, на котором еще можно заметить дорожку из небольших фианитов. Комплект – само воплощение нежности, непревзойденный выбор, показывающий ваш вкус и чувство стиля. Изделия от ювелирного завода «Красная Пресня»
Это не только дань традициям, но и новые идеи и веяния. Например, такие, как асимметрия. Как раз такую оригинальную асимметрию представляет данный комплект. Кольцо и серьги из серебра 925-й пробы в покрытии золочения с элементом выборочного радирования и вставкой из фианитов. Добавьте в свою коллекцию украшений такую изюминку и поверьте, что выбрав его, соберете множество восхищенных взглядов. Очаровательные серьги с английским замочком из серебра 925-й пробы, которые можно выбрать полностью под ваш вкус. Покрытие металла или цвет фианита – все это вы можете подобрать под себя и ваше настроение. А может даже выбрать две пары таких серег в разных вариантах, для разных случаев. Прекрасный выбор. Меняйте украшения, не изменяя своему вкусу. Невероятно женственный комплект украшений из серебра высшей пробы в покрытии золочения и вставкой из культивированного жемчуга. Великолепный выбор для особого случая. На серьгах английский замочек, и это значит, что он будет крепко держать изделие на ухе своей обладательницы. Весьма актуальные и модные серьги из серебра 925-й пробы в покрытии золочения или радирования на выбор. На них нет вставок, и интересны они именно своей необычайной формой. Такой тонкий замок не доставит мочке уха никакого дискомфорта, а значит, будет только радовать вас и восхищать окружающих. На этом мы завершаем наш обзор. Для того, чтобы узнать стоимость изделия, достаточно всего лишь перейти по ссылке под видео в описании. Мы очень стараемся для вас и рады обратной связи. Оставляйте в комментариях свои пожелания и вопросы. До новых встреч в новых видеообзорах!